Направо царевичи водятся. Прямо опасные места. А вправо, а влево пойдешь. Ой, сокровища найдешь. Только зашли, с самого краю грибы начинаются. Я нашла красивый подберезовик. Справа. А он чистенький такой. Вот. И маленький там крошка какая-то. И маленький такой вот. А это вот Саша по центру пошел и нашел. Красивый очень. Сейчас мы их здесь много найдем. Вот здесь такие подберезовики очень сильные, здоровые. Ну, не здоровые, они средние, хорошие очень попадаются. Красивые. И чистые, без мошек. Уже проверили. Рядом еще два. Вот, они такие породистые, очень даже красивые. Эти светленькие. А тут недалеко был вот такой, у них вот такая вот ножка. Очень-очень толстая, о. Ножка толстая, шляпка не очень. Но чистенький он. Хорош. Вот такие здесь подберезовики. Классные. Ну, подберезовики не очень аппетитные. Ну, немножко попадаются. Сухо, дождей нет. Ну, какие тут грибы? Ха, конечно. Ну, вот люди эти еще не порезали. Потому что не увидели, наверное, их. Вот они растут прямо ряд. Ряд целый. Два. Вот. И, ну, они все, я думаю, плохие. Даже соседки мои не пойдут. Она всякие есть. Думает. Прямо? Вот, точно, я это снимала уже. Решила, что я его брать не буду. Даже близко проверять не буду. Я из-за кустов. Все обрезай, все смотри. Ага. Вот грибники из Смоленска прошли. Молодежь. Ну вот такие грибы были у дороги. Я им показала, говорю, ну вот такие вот старые, их никто не заметил. А молодые их тоже в траве, разве поймешь? Ну вот, так что не стоит их. Ого, да тут их несколько. Прямо чуть ли не, ну два. Ну два, да. И вот один. Ну ладно, пусть растут себя. Куда уж деваться. Такие нам не надо. Все. Вон там дорога. О, подосиновики здесь есть. На этом месте они всегда бывают. Поэтому я и пришла сюда. Вот он. Красивый, надеюсь, что он будет не червивый. Тот, конечно, уже похуже. А мы идем опять искать. Ну, посмотрим, что нам попадется.